Опа, получай спрингтрап. Какой-то эпичный, такое прям сражение, непонятный огонь. О, нифига себе. В натуре фиолетовый человек. Вот это реально обновление. Так, мини-бонни. Смотри, его раньше вот не было как раз. Мы нашли фиолетового человека. Он смотрит в камеру. А за кем он смотрит в камеру? Ладно, пойдем. Что у нас тут? Бонни сбитый, бедняга. Получается, Спрингтрап победил вообще всех аниматроников. Интересно. А это фиолетовый парень, смотри. Блин, а что у него со штанами? Смотри, как будто мокрое пятно. Всем отличного настроения, друзья, с вами Котенок Лайк. И у нас FNAF зловещий взлом, ребята, игрушечку обновили, добавили Спрингтрапа. Ну что ж, погнали, здесь мы играем за аниматроников. Я не знаю, сейчас будет какая-то новая локация. Я всегда возвращаюсь, говорит Спрингтрап. Отлично. Посмотрим, куда он возвращается, как нам начать. А, вон, смотри. Старт босс батл, ничего себе. Начинаем битву боссов. Голден Фредди, здорово. Здорово, бро. Куда он сейчас? Офигеть. Ладно, что у нас здесь? Подожди. Мы же Фредди, а должны играть за Спрингтрапа. Странновато. Здесь у нас что? А, ничего интересного. Нам написано Time to Found Him. То есть, надо найти его. Кого? Спрингтрапа? Это же Голден Фредди! Офигеть, он же только что на нас смотрел. Блин, что с тобой, братан, случилось? Ну, сейчас Фредди отомстит за Голден Фредди. Вот он, Спрингтрап! Быстро мы его нашли, сейчас мы его догоним. Фредди won't escape with time. Что такое? Куда-то сбежать? А как он прошел через решетку, ты видел? Спрингтрап через нее прошел, а мы не можем пройти. Тут у нас какие-то два прохода, лево-вправо. Здесь тоже решетка. Ну окей. Немного странновато. Интересно, откуда мы выбежали? Мы сюда можем вернуться? Нет. Смотри, все здесь у нас загорожено. Короче, у нас один путь. Направо. Сейчас мы с тобой что-то найдем. Вот он, Спрингтрап. Как он здесь? А? Это что такое? Ты смотри, какой он стрёмный. Офигеть. Так, а это мы, видимо. Окей. Так, Спрингтрап, Бонни, глава Чики. Чё ща? Ой, это битва, смотри, они дерутся. Да ладно. Слушай, вот этот прикольчик. Нифига себе, Фредди какой злой. Ну чё, давай, всекай. Опа, получай, Спрингтрап. Какой-то эпичный, такое прям сражение, непонятный огонь. О, нифига себе, давай, давай, мочи. Они чё, умеют огнем стреляться? Кто победит, Спрингтрап или Фредди? Ну, поскольку мы играли за Фредди, давай победит Фредди. Все окей, мы дали по щам Спрингтрапу. Но почему умер Бонни, я что-то не понял. А где Спрингтрап? Это он? А, вот он! Нифига себе, мы ему, конечно, по щам дали. Так, здесь у нас... Что со всеми аниматрониками произошло? И только Голден Фредди стоит. Мой друг... Привет, мой друг. Спасибо, что поиграли, это все. Слушай, а что будет, если победит Спрингтрап? Давай мы с тобой посмотрим. Интересненько и немного странновато. Вообще, это было прикольно. На самом деле, вот эта битва, я не знаю, это как-то бомбезно сделано. Ну окей, у нас здесь Бонни, я все понял. Какие-то инструкции, спасибо создателям и тому подобное. Чика, смотри, какая стрёмная. Блин, она в натуре страшная. Да, мы за нее, кстати, тоже играли. И надо будет еще разок поиграть, потому что говорят, что игрушечка обновилась в Фокси. Блин, как я люблю Фокси. Он такой странный, но прикольный, смешной. Ну, как бы, не то, что он смешной, он, конечно, страшный. Он как-то носится, такой резкий чувак, заводила. Смотри, какая-то заставка, фиолетовый парень. Подожди, я такого еще не видел. Но там никого не было в машине, просто тачка подъехала. Что это было такое? Офигеть. Ну, еще раз за Спрингтрапа, естественно. Потому что посмотрим вторую концовочку. Да, мы уже поняли, что ты все время возвращаешься. И сейчас по фастингу добежим до битвы. Голден Фредди.
Опа! Он просто исчез. Ты видел, мы успели до него добежать, но он просто исчез и оказался здесь. Хе-хе-хе. Интересно, такой вот легкий баг. Было бы прикольно, конечно, если бы мы видели, что с ним на самом деле произошло. А не просто он исчез. Так, окей, здесь мы уже все видели. Спрингтрап. А мы можем вперед него убежать? Так, давай, кто вперед? Бро, давай, давай, давай. И он уже здесь стоит. Все, начинается битва. Блин, снова эта эпичная заставочка. Это клево. Это в натуре круто, ребята. Сейчас будет снова битва аниматроников. Давай, 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 давай. Мочи, мочи. Кто кого? Вау, нокаут. Смотри, как Майк Тайсон прям вырубил его. И давай, 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 давай. Кстати, не забывай ставить лайкосики этому видосику. Я тебе буду очень благодарен. Снова у нас Спрингтрап выпускает огонь. Сейчас они опять, давай, давай, офигеть, оттуда у них огонь вылетает. И в этот раз у нас побеждает Спрингтрап, естественно. А, вот он, фиолетовый парень, тачка которого к нам приехала, походу. Блин, подожди. Нам, типа, пора уходить. Получается, Спрингтрап победил вообще всех аниматроников. Интересно. А это фиолетовый парень, смотри. Блин, а что у него со штанами? Смотри, как будто мокрое пятно. Хе-хе-хе. Ладно, пойдем. Воу. И что, типа мы прошли? Ну да, получается, все. Интересно, какая-то новая заставочка будет или нет? Короче, все было то же самое. И сейчас мы с тобой начнем... Продолжим, точнее, играть за всех аниматроников, за которых мы с тобой уже играли. У нас здесь Фредди. Надо было, конечно, за Чику погонять. Ну ладно. Сейчас у нас тут Фредди проснется, чухается, видимо, была веселая ночка, я не знаю. Стартинг мод. Окей, запускаем. Отлично, вид из глаз Фредди. Угу. Здесь мы идем, у нас, как обычно, кафешка, сцена, где мы выступали. Не знаю, реально ли здесь какое-то обновление произошло, но туалет они, к сожалению, не обновили. Аниматроники писают или нет, как ты думаешь? Напиши мне в комментариях, может быть, каким-то машинным маслом. Так, ну это у нас фонарь, естественно, наша комната, камера. Все по стандарту, ничего такого сверхъестественно я не вижу пока что. По-моему, все как и было. Не знаю. Вот здесь мы могли пройти. Так, что у нас здесь? А, ну тут у нас Golden Freddy и Спрингтрап. Да, по-моему, тогда его не было. Вроде как он только появился в этой части. Ну и Фредди. Ну все. Все как и было. Больше ничего нового. Да? Давай все-таки посмотрим. Короче, ничего нового, ребят, здесь нету. Вот теперь мы тоже выйти не можем. Немножко нас глючит. Окей, back to меню. И давай погоняем за Чику. Давай, активируем ее. Блин, какая же она стрёмная все-таки. Вот реально. Фокси, он как-то такой прикольный. Но Чика, это реально какая-то жесть. Отлично. Снова наши руки. Подожди-ка. А, да, мы здесь начинали. Фредди у нас здесь горит. Мы с тобой быстренько движемся к заправке. Не знаю, что здесь обновили, что нет. Возможно, даже ничего не обновляли. Фиг его знает. Вот он, Фредди стоит. Тачка, которая была. Фредди. А, окей. Фиолетовая машина, которая как раз сбила Бонни. Подожди, вот этого светящегося Фредди не было? Интересно. Но его здесь Golden Freddy до сих пор колбасит. Мы даже можем пройти сквозь него. Камера. Кстати, подожди, а камера была? Но звук какой-то странный. Не знаю. Ладно, пойдем. Что у нас тут? Бонни сбитый, бедняга. А я что, не могу? Я не могу выйти с дороги. Как это так? В тот раз мы с тобой могли прям бегать. А сейчас тут загорожена дорога. Это тачка фиолетовая. И как бы все. И больше ничего. Мы не можем выйти. Странно. Это немножко странновато. Непонятно тогда, что здесь могли обновить.
Только закрыть локации, за которые мы не можем выйти. Может, нам надо все подряд пройти? Давай с тобой попробуем за Бонни пробежаться. О, да. Активируем Бонни, смотри, летающий Фредди. Что это такое? Фредди привидение? Каспер, я не знаю, кто это? Как он улетел? В натуре фиолетовый человек. Вот это реально обновление. Так, мини-Бонни. Смотри, его раньше вот не было как раз. Мы нашли фиолетового человека. Здесь у нас Бонни. Подожди, подожди, подожди. Что происходит вообще? Такого не было. Он смотрит в камеру. А за кем он смотрит в камеру? Он просто смотрит на сцену. Блин, вот это прикол. Это реально что-то новое. Может быть, еще какие-то плюшечки? Нет, ничего не... Спрингтрап, смотри, здесь у нас стоит! Блин! Я хоть и играю за аниматроника, мне все равно кажется страшным Спрингтрап. Какой-то прям самый стрёмный. Хотя, мне кажется, он должен быть меньше, да? Он же вроде как маленький. А он здесь практически крупнее всех. Ладно. Допустим. Пускай. Не знаю, почему он там стоит. Почему этот фиолетовый человек нас не боится. И что здесь вообще происходит. Я понятия, честно говоря, не имею. Такое вот интересное обновление произошло. Фиолетовый человек смотрит вот сюда, вот на сцену, да? Где у нас было представление. Теперь уже никого нету. Возможно, мы их слопали. Возможно, все успели убежать. Понятия не имею. Вот так вот. Ну да, это на самом деле достаточно необычненько и интересненько. И я надеюсь, тебе понравилось это видео. Если так, то обязательно ставь лайкосик. Подписывайся на мой канал. И... Подписывайся на мой канал, в мой дискорд. В общем, всем удачки, до скорых встреч. Пока-пока.